посмотри, Вася, ты что натворил, инженер? Всем привет, меня зовут Зет, и добро пожаловать в World Tower Defense. И сегодня со мной Глеб. Глеб, я же говорил, не надо нырять в бетон головой вперед. Смотри. Человек-паук. Но это не точно. Бисплейт, ура! Базовая пластина. Я казуал. Казуал и... Казуал! Ее, казуал! Слушай, у меня есть инженер. Так, все, я все взял. Иди сюда, смотри, вот тут солдат, короче, ставь. Одного. Солдата, да? Одного. Наверное, я следующими займусь. А теперь ты можешь... теперь тебе нужно поставить снайперов еще вот сзади, вот в такую линию. Ова, пизанты. Вот здесь, да? Где-то ну, где-то примерно вот такую линию, чтобы они сзади были, у них же большой радиус. Окей, я сейчас, когда снайперов куплю сюда. Вот это жесть. Так, все, начинаем. Начинается экшен. Тут еще поставлю одного. А. Давай, сейчас я накоплю. Так, сейчас пойдут рашеры, и они прямо на базу нашу будут идти. Так, все, отлично, у нас защищено. И где рашеры? Вот и рашеры. У них есть 4 щита. В принципе, не так много. Они будут рашить. Подожди. Рашеры. Рашеры. Раша. Раша. Так, слушай, нам... Слушай, у нас проблемы. Да, я знаю. Нас, походу, закарантинят. Отлично. Чел, жесть. Смотри, танки пошли, танки. Танки? Это без пушек. Танки? Сейчас, дай мне смонтировать, я сейчас подставлю. Ну, вот такие вот танки, у них, сколько хп у них? Довольно много, 82. Да, очень много. Так, здесь ставим бизнесмена. Отлично. Поставил я здесь бизнесмена, он дает по 5. Что? Что? Так, что-то у нас радиус начинает заканчиваться. 5. Как ты думаешь, призвать инженера? Поставь инженера, мне кажется, он больше как-то поможет. Его нельзя поставить, его может только призвать, он движущийся. Так, ну чё, во. Блин, недостаточно, конечно. Призывать. О, во, инженер поехал. А смотри, вон он поехал. Смотри, вот тут инженер. А, вот. Он ставит турель. Отлично. Щитом по юниту побил. Протектор убил инженера. Они ваншотают эти протекторы. Ладно, у нас все пока идет максимально хорошо. О, музыка заиграла какая-то. Да, так, у нас есть уже первый калаш. Отлично. Вау, давай, короче, их теперь надо просто спамить. Это тактика такая. А, и еще можно сны... Тактика профессионала 228. Слушай, я думаю, я вот этого судиха продам, в принципе. Фига ты научился продавать, растет малышок. Так, как ты думаешь, еще одного инженера призывать? Инженер, погнал новый! Все, поехали, еще инженер. Поехал. Сейчас тебе. Так, еще солдат, тут радиус мешает. Здесь тоже, но тут-то не мешает. Бесит. Так, все, мы прорываемся вперед. Я коплю на одну башню. Немножечко не осталось. Я понял, не надо... Дистрактор, сейчас полетит дистрактор, да? Да, давай, бам. Ну что, дистрактор, он же мощный. Все, а я думаю, инженера можно прокачать, сейчас он будет вообще жесткий. Вот он будет еще, вот он вообще бесит, просто этот мехамемец. Так, ну что, я наставлю тогда парочку снайперов, которые, до которых он не достанет. Я ставлю дистрактора. Отлично. Я тоже... А вот он! Вот еще дистрактор. Вперед! Вот он идет. Вперед, мои турели, вперед! Все, давайте! Нападаем! У-ху! Бомбит, жестко! Бомбим его! Говорю вас! Не, у меня сейчас бомбит. Не знаю, как у тебя, но у меня бомбит. Ты посмотри, как мы его выносим! Капец, что вынесли. Вынесли мы его вообще на изяк. Нам сейчас нужна прям максимальная оборонная линия. Капец, уже 8 уродов в секунду у моего инженера. Призовем еще инженера, пусть построит нам турельку. Инженер?
Я сейчас буду спамить калашами. Так, у меня отлично дают деньги. Окей, окей, я коплю на максималку, я коплю. Обсидианы. Так, ну что, вперед, мои турельки, надеюсь, вы хорошо. Обсидианы из Майнкрафта. Ну все, теперь у нас есть максимальный солдат. Сейчас надо еще ставить бизнесменов, чтобы они вообще бизнес такой устраивали. Потому что они столько денег набрали. А только 5 дистракторов можно поставить? А ты что не знал? Ты что не знал? Да, можно так. Что за издевательство? Максимизируешь абсолютно все, что можно. К нему вообще никто не подойдет, но это не точно, что к нему никто не подойдет. А солдат, как же максимизированный солдат? Это же будет круто. У меня уже максимальный солдат. А, ну, спами ими тогда. И еще снайперами можно еще в придачу, чтобы вообще было им. У меня максимальный снайпер. Давай снайперами и солдатами спами сразу. Слушай, вот... Это что за рейнджеры из ДДСа? Чел, вот когда перезаряжается снайпер, ставь снайпера. Когда перезаряжается солдат, ставь солдата. А я начал инженеров уже нового левела ставить. Я еду, ой, это капитан боевой ковбой. Смотри, смотри, что он сделал. Смотри, инженер мой что сделал. Он поставил здесь стенку и поставил 3 роботов. Еще. Это жесть. А... Мехамена. Вообще жесть. Я поставлю дисней. Я поставлю максимальное количество башен, прикол. О, стенка. Так, окей, так, я продаем вот этого мехамена. Прикол. Босс валит стенку не с одного удара. Это ж супер имба. О, капец, все. Это инженер, это настоящая жесть. Максимальный инженер. Он надел какую-то шапку непонятную, которая отражает свет. И атаки врагов. Капец. Цвет настроения синий. Все, стройте, стройте. Я создал одного дистрактора и поставил максимального дистрактора. Что, серьезно? Фига ты жесткий. Я отправляю инженеров в бой. Там куча инженеров. Сколько инженеров? Сколько их здесь? Can't carry. Так, здесь ставим снайпера. Так, а я сразу сейчас буду ставить их и их. Так, все, этих и этих ставить надо. Слушай, у нас эти с бруталами могут начаться очень даже большие проблемы. Смотри, какая тактика, отвлечение. Ну, ты видишь же, у меня эти стенки, и боссы их не с одного удара пробивают. Это супер имба. Спайм, просто спайм и спайм. Я это и делаю, это единственная моя задача. Так, ну стенки это жестко, стенки это очень круто. Давай. У меня тоже были живые дистракторы. Так, а вот и пошло. Так, все, мы начинаем спамить, потому что у нас уже нет выбора. Пошел этот конусоголовый, сиреноголовый. 50 юнитов поставил уже, так все тогда. Я 50 юнитов. У меня максимальное количество. Поэтому что я делаю? Строй быстрее турель, инженер, ты сейчас попадешь в радиус его. Давай. Я, короче, начинаю искать не максимизированных снайперов. Убили инженера, блин. А что не максимизированных? О, пошло дело. Пошло дело. Так, сейчас мы возьмем снайпера в бой. Дальше надо взять калашики. Так, а сколько у обсидиана хп? У обсидиана хп много, но вот тут у нас конусоголовый. Вау! 6 зомби на поле. Это они зомби? Что-то как-то все пошло наперекосяк. Что-то, скажи мне, почему у него бомбит у этого? Не знаю, в Brawl Stars этот гопник переиграл. Чел, у нас есть шанс. Я знаю, почему у него так бомбит. Ему просто Леон не выпал. Леон ему не выпал. Так, ну посмотри, как он хорошо поковалит. Нашим юнитам пипец, просто все, у нас их нет. Капец, инженер, ты что сделал? Ты иди сюда, посмотри, Вася, ты что натворил, инженер? What the fuck? Так, все, давай, конусоголовый гопник, мы сейчас его завалим. Пожалуйста.
Ей. Это победа. Чел, это супер-изи победа. Мы это сделали. Он еще главное со знаком стоп, на котором не написано стоп. Ты отличный логик. А, кстати, он по нашей базе один раз фиганул. Так, теперь просто спам юнитов, у нас парад победы. Какой парад победы? У нас сейчас пойдет босс Бурденсома. Ну, слушай, это было имбово. Это было имбово. Нам дали 338 кредитов. Отлично. Ну что ж, вот на этой эпичной победе наш ролик по супер крутому Tower Defense заканчивается. Надеюсь, он вам понравился. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Алло, а твоя финальная речь, чел? Где всем пока? Всем пока. Короче, парад победы. Давай, давай сначала пусть они посмотрят парад победы. А что будет, если инженер дойдет до конца? Ну-ка. Россия священная наша держава. Ладно, все, хватит. Пока.